11 декабря в уральских самоцветах собрались лучшие спортсмены компании «Уралкали». Ведь под конец года нужно подвести итоги спартакиады, которая шла на протяжении всего 2015 года. Ежегодно в «Уралкали» проходит корпоративная спартакиада среди трудящихся всех подразделений и дочерних обществ. На протяжении всех месяцев участники состязались в 13 видах спорта. Плавание, лыжные гонки, лыжная эстафета, легкая атлетика, легкоатлетический кросс, стрельба, дартс, шахматы, футзал, мини-футбол, настольный теннис, волейбол и баскетбол. Под занавес года были отмечены лучшие спортсмены и спортивные организаторы. Людмила Ярцева, работница 2-го Соликамского рудоуправления, в 2015 году решила впервые принять участие в калийной спартакиаде. Женщина представить не могла, что за финишной чертой ее ждет награда «Лучший спортсмен года». Хоть и принимала участие она во всех соревнованиях. Плавала, значит, легкая атлетика, осенний марафон, кроссы там бегала, значит, и в волейбол играла, стреляла. Даже стреляли? Даже стреляла. Как ощущение стрельбы? Ну, я люблю стрелять. Я очень люблю стрелять. Вот такие они, калийщики. Работу свою выполняют на ура и в спорте добиваются больших высот. К слову сказать, на сцену за наградой работников Соликамской площадки компании «Уралкали» вышло немало. Так, за победу в суперфинале спартакиады получили дипломы и сертификаты работники 3-го Соликамского рудоуправления и «Уралкали Ремонт». И по итогам всей спартакиады первое место заняли калийщики 3-го Соликамского рудоуправления по Соликамской площадке. Хочется поздравить всех участников, и здорово, что пополняются помимо звезд те, которые же звучат, наверное, ежегодно, еще и новые участники, появляются новые звезды, и обрастает вот этот большой коллектив спортивный новыми и новыми участниками. Это здорово. Действительно, с каждым годом желающих принять участие в спартакиаде становится все больше. В 2015 году почти 3000 калийщиков связали себя со спортом. И все это не ради наград и поздравлений. Для большинства это прежде всего общение с коллегами и здоровый образ жизни. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».